Тарат Бахталы, Румалы, с вами организация «Руманодром», и я ее представитель Владимир Череповский, город Москва. И сегодня мы находимся за кулисами театра «Румен», где проходит премьера спектакля моей однокурсницы из студии «Гилори», руководителем которым был Вячеслав Петрович Деметр, также не являлся президентом цыганской культуры. И с нами сегодня мы увидим этого режиссера, увидим нашу однокурсницу, нашу цыганскую деятельность и дочь Николая Бессонова, цыганского. Это, скажем так, был, не скажу, так оно и есть. Это цыганский цыгановед, историк, художник, который внес огромный вклад в наше общество, в нашу национальность, в ее развитие. И сегодня очень замечательный день. Наша организация и программа «Время цыган» получит официальное одобрение и благословение от семьи Бессоновых, от наследницы, его дочери Лера Бессонова, которая сегодня с нами, и мы вас сейчас с ней познакомим. Лера. С удовольствием всех приветствую. Вот, я уже 26 лет, как я вышла. Вот, я очень рада узнать о том, что появилась такая замечательная платформа, как «Время цыган». Вот, мне тоже очень нравится это название, потому что я его тоже радостно использовала. Вот, но, к сожалению, не я это придумала, придумал другой замечательный человек с громкой фамилией, всем известной, Кустурица, вот, и снял замечательный фильм с таким названием. Вот. Ну и, как говорится, дураков мысли скользкие. Вот. Поэтому я согласна, что название прекрасное. Вот. И также, конечно, могу сказать то, что я всегда с большой радостью готова предоставить материалы и исследования своего отца вот, людям неравнодушным к цыганской истории, к цыганской культуре. Вот, и я всегда искренне радуюсь, когда кто-то делает что-то очень хорошее, то, что приносит пользу цыганскому народу и людям вообще. Спасибо, Лера. Это наследственно у вас. И я поздравляю наш народ с презентацией программы «Время цыган», в которой будут обсуждаться все необходимые решения для улучшения нашего бытия и развития нашего народа. Итак, дорогие румалы, я вас поздравляю с программой «Время цыган», посвященной великому человеку Николаю Бессонову. Спасибо, друзья, следите за новостями. Со следующей недели ждите нас в программе «Время цыган». Это будет цыганский подкаст, в котором мы будем обсуждать и выносить те решения, которые необходимы нашему народу. До скорой встречи, Талан Бахталан!